Всем привет! Интересный экспонат мы увидели на стоянке отеля около немецкого города Хемниц, недалеко от Дрездена. Ваше место призначения находится ли в... Подъезжая, я не сразу его приметил. Старый Volkswagen Жук, самый массовый легковой автомобиль в истории. В Германии Жук производился с 1946 года до середины 70-х годов. Позже его изготовление было сосредоточено в Латинской Америке. Оттуда его импортировали в Европу до 1985 года. А последний автомобиль сошел с конвейера в Мексике в 2003 году. Впечатлил возраст этого автомобиля. Мне кажется, ему более 50 лет. И состояние старичка очень приличное, хоть и не видно бамперов. Судя по виду, автомобиль на ходу, и даже сейчас его используют для поездок. Эта машина меня впечатлила, и я решил поделиться увиденным с вами. Подписывайтесь на мой канал, там еще много интересного.